Проливные дожди вызвали сильные наводнения на юге Германии. Реки выходят из берегов, дамбы не выдерживают напора воды. Местами за день выпала месячная норма осадков. Подтоплены сотни домов. Жители эвакуируют. Некоторых приходится вывозить на вертолетах. Сильно пострадали Бавария и регион Баден-Вюртемберг. В 6 из 7 округов Баварии действует режим ЧС. Жители городка Райхерцхофен не ожидали такого сильного наводнения. Все началось в 7:30 утра. За 10 минут уровень воды поднялся на 20 сантиметров. Мы никогда раньше не видели столько воды. Наводнения здесь бывают раз в 10 лет, но раньше такого уровня воды не было. В городе Пфаффенхофен перевернулась лодка с 4 пожарными, которые спешили на помощь людям. Один спасатель погиб. Еще один пожарный волонтер пропал без вести в городе Оффинген. В регионе Баден-Вюртемберг из-за оползня сошли с рельсов 2 вагона скоростного поезда. Никто не пострадал. Приостановлено железнодорожное сообщение между Штутгартом и Аугсбургом. Пострадавшие районы в Баварии посетили вице-канцлер Германии и премьер-министр региона. Это страшная ситуация. Увиденное причиняет боль, особенно жителям. Для них это невыносимо. Люди потеряли имущество. Это стоит огромных денег. Ущерб огромный. Точные цифры можно будет назвать только после того, как все закончится. По данным синоптиков, дожди и грозы на юге Германии продолжатся. Власти призывают людей выполнять указания об эвакуации.